Здравствуйте, вы на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как можно добавить такой плагин, как slash-command в программе Obsidian. Для этого мы просто заходим вот здесь в настройки, встроенные плагины, опускаемся немножко вниз и видим такой плагин, как slash-command. Включаем его. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Мы очень сильно для вас стараемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите идеи в комментариях, что нам можно еще снять для вас.